Наша Грейслин все спит, а пора бы уже вставать. О чем она думает? Она думает о каких-то ящерах и динозаврах, о чем-то очень страшном и непонятном. Но спит убойно, вставать она не хочет, хотя уже пора. Я предлагаю ей проснуться, улыбнуться, и проснулся она в кокетливом настроении. Как вы видите, жаждет каких-нибудь развлечений. Счастливый сон о друзьях. Так, она хочет у нас кушать. Я думаю, тебе стоит пригласить владельца. Сразу же скажи. Не будем далеко ходить. Наберем ему. Вот, мистер Форальберг. Наверное, так его называют, да? Но вам нужно зайти. У меня сломалось все электричество. И его нужно починить. А что, ты будешь вообще переодеваться, может быть? Не в ночнушке в такой будешь, а как-то переоденешься или нет? Мне кажется, нет. Ей звонит Агнес. Всегда приятно вас слышать, Грейслин. Как вы думаете, Лилия Фэнк заслушает у него? Че, я не знаю. Наверное. Мы хотим с тобой подружиться, не чтобы ты с какой-то Фэнк дружилась. Давайте она сейчас просто... Пока она спала, сломался холодильник. Она немножко... Вскочила, вся взъерошенная, потому что везде лужи. Неожиданно все затопило. Она распереживалась. И в целом ей, видимо, ночью снились сны о дружбе. Какие-то такие приятные сны. Все пели песни, танцевали, прекрасно проводили время. И в целом она проснулась с настроением кокетничать и влюбляться и быть любимой, скажем так. И сразу же она, видимо... Не подумала как-то себя приодеть, а сразу вызвала Кайла, но он вообще не спешит. Вообще не спешит, и поэтому, видимо, все-таки она уж такая, ладно, я тут уже все помыла, все сделала, мне нужно собираться и выходить на улицу. Не дождалась она, чтобы как-то удивить Кайла своим ночным нарядом. Ну, ладно уж. О, вот он. Это он? Нифига себе. Так, все-таки дождалась или нет? Нет, успела. Успела она, значит, все-таки приодеться. Приглашаем его войти. Кайл, там все затопило. Мистер Форальберг, вот-вот, как мы будем называть. Там все затопило, я не знаю, что делать. Я протерла пол. Пожалуйста, почините все, то там все угощения мои пропадут. Для животных. Он сказал, фу, как пыльно. Ты вообще видела, что в доме происходит? Там такие же залежи, но я понимаю, почему в доме, в моем так, потому что и у тебя тут вообще куча пыли наваленная. Возьми в чулане пылесос и, наконец-то, иди приберись. Вот так-то он ей сказал, пока я тут буду занят. Да, отчитали тебя снова. Все, иди в туалет, не стой над его душой, ты ему ничем не поможешь. Потяпала наша Грейс. Вы успешно устранили отказ электросистемы, и рейтинг вашего жилья вырос. Отлично. Все, ты просто ушел. Слушайте, а ему что? Ему идет этот костюмчик. Очень даже. Посмотрите, какой у нас мальчик тут. Проживает рядышком. Совсем рядышком. Ну, мне кажется, он недоволен, потому что все-таки она его рано разбудила. Поэтому у него очень такое настроение раздраженное. Докопаться и предъявить ей за ее недоделки. Не будет молчать. Ну, как видите, она уже получила. Быстренько сейчас скушает остатки еды. И пойдет пылесосить. Что же еще остается делать? Ой, у нас там еще что-то. Слушайте, красота. Какая же у нас же картофелина-то стала? Подождите, качество. Почему обычное? Мы же только что ее прокачали. Хорошая, все нормально. Так, нам посадить надо много всего. И прибраться в этом доме. Что ты наедаешь? Она у нас наедает вафельки с тыковкой. Может, Кайл не может взять, как вы считаете? Потому что это холодильник ее считается.
Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы Кайл тоже присоединился. Ну, хотя в прошлый раз же он присоединялся, значит, все может быть. Мне уж пора бежать. Спасибо за стрим, рада была присутствовать. О, я тоже очень рада, что ты пришла. Давайте, хорошо вам провести время. Все, спокойной ночи. До скорых встреч. Значит, у нас 368 симолеонов, и мы должны купить пылесос. Давайте мы это сделаем. Пылесос. Какой-нибудь хороший есть тут? Ну, вот, допустим, вот такой. Ну, красненький, почему бы нет? Или беленький. Вот беленький пусть будет. Особо не... глаза не бросается. Все, удачи тебе. Пылесосить вокруг. Да, этим ты и займешься. Все-таки мы не просто тут так находимся. Бытовые обязанности тоже нужно делать. Так, а мы глянем, что у нас тут за пшик был. Нет, все нормально. Ничего не происходит. Только лама вся у нас несчастная, грязная. Вот так-то. Денек без внимания побыла. И все. Сразу зачахла. Так, у нас Грейслин внимательная. Смотрите, что, все? Она все прям почистила? Везде? А на втором этаже? Тут вроде тоже все хорошо. Ой, красота какая. Мне это очень нравится. Тогда беги сюда. Нет, подожди, ты тарелку там оставила. Убирай тарелку еще за собой. И быстрее беги мыть ламу. Давайте мы ей дадим дружеское лакомство, чтобы быстрее с ней прокачаться. Давайте мы ее помоем. Помоем. И спросим, вернулась ли к ней радость. Вот так вот. Все, лакомство она съела. Улучшает отношения между животными и персонажами. Да, нужно немного помочь зарождающейся дружбе. Супер. Давайте спросим, вернулась ли к ламе радость жизни. И пострижем ее. Хлев еще не пахнет. Но в целом мы тоже можем его почистить. Ладно, не будет, давайте лишний раз его чистить не будем. Ой, кайфует лама-то, вы посмотрите на нее. Просто в восторге. Да, кстати, к птичкам нам тоже нужно сходить подружиться. Сколько у нас уже прокачано с ламой? Ну, в целом, немало. Лакомство еще действует? Ну, вот еще один раз мы с ней пообщаемся. Задушить любовью. Воодушевленно погладим ее. Все, воодушевленно погладим и отстанем уже. Теперь мы посадим вот этот вот гриб очаровательный. Посадим вот этот вот ночной грибочек. И нам нужно внимание еще овечечке нашей уделить. Очень высокий уровень счастья. Мы сможем что сделать? Почему мы не можем ее стричь? Такое чувство, что у нас отжали. Отжали эту маленькую овечку. Ну-ка, Кайл. Сейчас я буду все выяснять, управлять. Нет. Он тоже ничего с ней делать не может. Это вообще как называется? Почему мы не можем с ней ничего сделать? Представляете? Мы не можем ее стричь. Это такой глюк, да? Может, мы можем где-то посмотреть, чья это овца, кто ее владелец? Ничего не написано. Как же нам быть? Вы не являетесь владельцем этого предмета. А кто является владельцем? Я в шоке. Реально, какой-то глюк у нас происходит с карликами-овечками, когда у нас вот есть съемное жилье на участке. Удивлена ли я? Да, честно говоря, не особо я этому удивляюсь.
Ситуация очень даже стандартная. Значит, у нас просто он опять хочет ловить рыбку. И мы сейчас отправляемся в магазин. Будем в магазине все потрошить и узнавать вообще. Как приготовить лакомство? У нас 28, всего лишь 28 симолеонов. Блин, почему так? Почему мы такие бедные? Мне это не нравится. Давайте побежим к птичкам. Сейчас еще попробуем с ними немножечко пообщаться. Здесь поговорим с ними о музыке. Подарки. Взять подарок. Ура! Мы наконец-то можем взять подарок. Нам сейчас что-нибудь должно перепасть интересненькое. Кстати, там может и лакомство попасться какое-то, которое мы не знаем. У нас уже второй навык фитнеса. Давайте глянем. Блин, надеюсь, что-то бомбическое сейчас попадется. Пожалуйста, пусть будет это лакомство. Нам очень надо лакомство. Держим кулачки. Нам дали подарочек. О, получила доступ к схеме для вышивания крестиком птица. Нет, это очень хорошо. И вот у нас есть еще как раз активный отдых. Мы можем построить такое же деревце, но у нас нету на него денег. Ладно, неважно. Зато нам дали новую схему. Это тоже очень-очень хорошо. Не лакомство, конечно, но что поделать. Отправляемся в город. Как вы думаете, можем ли мы Агнес Толстопятка дать какое-нибудь тоже лакомство, чтобы она быстрее с нами дружилась? Счастливый час для скряк. Напитки со скидкой. Супер, конечно, но у нас особо ничего и нету. Давайте поторгуемся, попробуем еще. Все, сегодня мы должны успеть. Блин, нам с Ламой-то надо подружиться. Мы так все-таки не подружились. А где вообще лама? Тут же была лама. Не знаю, что происходит. Все, давайте мы продадим предметы. Продадим мы, давайте, дружеское лакомство. Вон две штучки. Хотя нет, не будем мы продавать. Оно в два раза только больше стоит. Все, вот шерсть продадим. Ночной гриб продадим и острый продадим. Хотя нет, острые нам нужны все-таки. Ладно, все. 258 мы заработали. Сейчас что-нибудь купим. Давайте еще попробуем поторговаться. Нам нужен майонез. Дала? Дала. Нам везет. Нам нужны яйца и майонез. Смотрим, что у нас тут имеется. Где? О, оранжевое яйцо. Супер, оно только одно. И все? И все? Как мало. А майонеза почему нету? Жалко. Майонеза у нас нема. Ну ладно. Мы купили оранжевое яйцо, это уже все уже хорошо. Давайте теперь попробуем с Агнес пообщаться. Так, дружелюбно. Приветствую, это другая Агнес. Это что, другая Агнес? Это та Агнес, которую я делала? Жесть. Реально, походу, это другая Агнес. Они расплодились в этом городе. Я думала, она уже просто исчезла куда-то и все. Действительно, это просто вторая Агнес. Две близняшки. Давайте мы попросим у нее тоже. Торгуемся. Вот это вот Агнес удалить как-то. И покупаем предметы.
Ну, получается, нам не этой Агнес нужно ж, да, все. Мы ж у другой брали задание. Так, белковое лакомство из рыбы мы купить не можем, но мы в целом можем его узнать. Рецепт, я думаю, да, давайте его купим, чтобы изучить рецепт. Значит, это, оказывается, у нас просто необходимо для продвижения дальнейшего. Также мы должны, что еще, из тыквы купить лакомство, видимо. Какое у нас там, какое-то вот, а больше цветных и нету, да, это все у нас... Полезное, полезное. Жило дольше. Зеленые яйца и животные. Блин, так дорого стоит, но всего 267 миллионов. Ладно, давайте вот это мы возьмем, чтобы изучить. И мы майонез. Майонез мы нашли или нет? Майонез. Варенье, шпинат. Нет, майонеза, кстати, у нее нету. Плохо. Ладно, ничего страшного. Все, теперь вот так вот берем и научиться делать лакомство. Все? Она уже научилась? Грейсленд открывает рецепт лакомства из тыквы. Сведения о лакомстве из тыквы добавлены в дневник персонажа Грейсленд. Отлично. Белковое лакомство мы тоже должны изучить. Сведения о белковом добавлены. Ну и дружеское мы уже знаем. А, что нам тут нужно? Подружиться с курицей, коровой, ламой, удобрить, разместить в своем участке дом для кролика и птиц. Ага. Что мы еще можем продать? Кролик этой птицы нехило так тоже стоит. Но, может быть, нам стоит что-то продать. Ну что мы тут можем продать, если так подумать? Одну эту несчастную лягушку, да и все. Нет, все-таки нам нужно идти домой и браться за приготовление лакомств, кормить ламу. Так, спрячем мы яичко сразу сюда. И теперь попробуем приготовить какое-нибудь лакомство. Ну-ка, до двух ночи, кстати. Вот, мы ночью к ней пойдем. Вот, смотрим. Ура! У нас есть белковое. Животные дадут больше яиц, шерсти, молока. Ну, допустим. А сначала, получается, нужно покормить белковым лакомством, да? А уже потом каким-то другим, чтобы у нас в два раза больше стало, получается, цветной шерсти. Мне кажется, это должно так работать. Так что давайте мы сначала белковое лакомство сделаем. Потом мы сделаем как раз лакомство из тыквы. 4 порции вот даже. Ну давайте 4 порции, пусть будет. Много не мало. Так, она у нас опять очень кокетливая. Готовность к действиям. Сегодня все-таки у нее настроение очень сильно... зажигать и веселиться. В целом, мы могли бы сходить сегодня в бар и с кем-нибудь там познакомиться из местных мужчин. Конечно, знаете, тут такая маленькая деревенька, все друг друга знают. Опасно проявлять кому-либо лишнее внимание. Но, а с другой стороны, что сделать? Ну вот если горит ей, как нам быть? Что? Не будем же мы к нашему этому хозяину приставать? Хотя, как видите, он тут сидит, занимается, пишет свои тексты. Может, ты ему внимание уделишь? Не сдержишься и попробуешь с ним заговорить? Хотя у нас он еще беспощадный торгаш, неудачный торг. Или боишься, что он скажет, что ты опять плохо убралась? Ну, вроде он там что-то сидит, что-то делает такое интересное. Наверное... Ух, это он тебе так это, кучу эту понаставлял, да? Давай-ка ты вот тоже идеально тут пропылесосишь тогда эту кучу. Кстати, у него мусорки нету, да? Я только что заметила, что, оказывается, он живет без мусорки. Так, а мы давайте разбудим нашу ламу, позовем ее, и сейчас будем ей эту шерсть выдавать. Что ж так долго-то? Эту кучу мы разгребаем. Так, все убрали. Значит, сначала даем полезное лакомство.
которое должно увеличить количество цветной шерсти. Мы должны 2 единицы шерсти получить. Бека. А Юдит встречается с... О боже мой, кто эти люди все? Давайте мы дадим лакомство. Мы дадим белковое лакомство из рыбы. Плюс 1 в следующем урожае. Урожай шерсти. Держи. И теперь мы можем дать лакомство из тыквы. Плюс оранжевая шерсть. Ну-ка. Ешь. Уи! Она у нас оранжевая, супер, прям как наша девочка. Блин, я бы хотела их вместе заскринить. Ну ладно, я думаю, мы уже успеем. Давайте пострижем шерсть. И посмотрим, будет ли у нас 2 единицы шерсти оранжевой или нет. Ой, смотрите, какая прелесть. Да, 2 шерсти оранжевого цвета мы получили. Это просто восхитительно. Сколько, кстати, у нас рыжая шерстка стоит? 67 миллионов уже. А это просто 45. Супер. Давайте-ка мы глянем, можем ли мы что-то все-таки уже сделать или еще нет. Ну, нам же дали еще одну схему, да? Может быть, шерсть черного цвета. Да блин, птицы, где нам эту черную шерсть брать? Что-нибудь с оранжевой шерстью у нас имеется? Природа. Зеленая, розовая. И... Нет, нам, посмотрите, оранжевая вообще просто не к месту. Ну ладно, что ж тут поделаешь. Давайте дадим лакомство дружеское. Попробуем с нашей подружиться овечкой. Дружеское лакомство. Не овечкой, а ламой. Мы ее не закормим. Сейчас попытаемся... Все, смотрите, как у нас хорошо пошло дело. Другие варианты. Общаться. Воодушевленно погладить. Нет, лама, не уходи! Не уходи! Мы тебе что, лакомство давали? Не до того, чтобы ты уходила спать. Выходи, блин. Все, вот мы сейчас ее вот быстренько погладим еще немножко. Нам нужно стать подружкой для ламы. Общаться, показать танцевальное движение. Ну что, хорошие друзья, получилось у нас? Все у нас получилось идеально. Кстати, овечка уже куда-то от нас делась, видимо, убежала. Кто-то ее к себе прикарманил, представляете? Дома ее нету, кто-то нашу овечку упер. Досадно. Жалко, но что поделать. Ну что, пойдет она к своему? А, уже не пойдет. Убежал парень. Поэтому мы отправимся в гости. Мы, знаете, что сделаем? Может быть, хоть какое-то угощение ты принесешь. Может быть, очаровательный гриб? Он тебе не вырос еще? Нет, не вырос. Что ж мы можем той женщине подарить? Лягушку? Как-то не особо хочется. Может, мы вот угощение возьмем эти тыквенные вафли и попробуем как раз их преподнести. Вот, у нас еще 5 дней они будут стоять. 6 штук их осталось. Я думаю, мы должны как-то удивить этим. А сейчас окажется, что уже очень поздно, уходите. Мы не хотим вас видеть, скажут нам. Кто знает. Вот здесь они живут. Как раз и узнаем, чей же там ребенок, оказывается, был. Все. Надеюсь, у них есть телевизор. Это будет печально. Кстати, у нас еще тут полнолуние. Какие-то оборотни у нас тут обитают. Я думаю, что нет. Мы постучимся в дверь. И скажем, что очень хотим посмотреть премьеру сезона вместе с вами.
Ты нас как раз звала. Как ее зовут? Беттани. А вот она как раз идет уже за нами. И предложила нам зайти. Вот такой у них дом. Один из самых, наверное, больших, которые имеются в городе. Тоже, кстати, и лама есть, и грядки. Кур только нету, да? Так что, возможно, мы можем подарить ей не эти вафли, мы можем подарить ей шерсть ламы. Дружелюбно, любовь, вручить подарок, дружеский подарок. Давайте мы ей подарим шерсть оранжевого цвета. Давайте просто обычную подарим. Оранжевую нам что-то жмотное дарить. Как она отнесется? Да, ей понравилось, скажи. Белый мой любимый цвет, видимо. Давайте зайдем и как раз включим телевизор и попробуем. Вот, премьеру сезона посмотреть. У нас еще и музыкальная какая-то дамочка. Мне бы хотелось узнать, чей ребенок у нее. Очень хочется. Где этот вообще малыш? Вот он. Кто там вообще? А как зовут? Не показано. Не показано. Ты к нам присоединишься смотреть премьеру сезона, Беттани? Видимо, нет. Но мы бы хотели бы вместе с тобой тоже глянуть, что там происходит дружелюбно. Может, можно? Не можем. Что у нас тут? Сегодня по телевизору покажут премьеру нашумевшего сериала. Посмотрите ее как можно скорее, чтобы избежать спойлеров от других персонажей. Что-то там зверское, да, происходит? Какие-то пытки. Это Доктор Хаус, что ли? Что это такое? Она у нас решила камин зажечь. Кстати, вон, я вижу, у нее тоже вышивка. Может, она тоже увлекается? Ну, в целом, это Беттани производит впечатление довольно позитивного персонажа пока что. Он так рад нас видеть, в отличие вот в этой Сесилии. Так что, возможно, именно Беттани станет подружкой. Если, конечно, какую-то подлянку она нам потом не сделает. Хотя они друг другу понравились. Я думаю, вряд ли тут стоит ждать какой-то подлянки. Может быть, наоборот. Чем-то даже поспособствует. Кокетливое настроение, домашний очаг. Мы хотим узнать про твоего ребенка. Пожалуйста, все нам расскажи. Дружелюбно. Скажи, я хочу кушать. Спросить, поговорить о фертильности. Давайте узнаем ее лучше. Может, какие-то черты характера. А, давайте наша девочка узнает. Это вроде не премьера сезона, надо на телеке выбирать. А, не, все, да, все отлично, все получилось. А, Грейслин у нас неуклюжая. Ой, не Грейслин, а Беттани. Вот мне бы хотелось узнать у персонажа какие-то вот его истории, сплетни, что-нибудь такое, понимаете? Чтобы вот она нам рассказала, чей это у нее ребенок такой, кого она любит, с кем встречается. Мы хотим тоже узнать, что это за малыш. Но мы даже его не можем ничего с ним сделать. Потому что я подозреваю, что, возможно, он от Фаральберга. Уход. О, боже мой, давайте его повзрослеем. Просто пришли чужого ребенка, повзрослели. Сейчас узнаем, если волосы цвета, как у Кайла, то большие будут подозрения. Еще большие. Нет, все, проехали. Не от Кайла этот ребенок. Все. Мы все выяснили. Какой-то черненький. Какой-то черненький. Мне кажется, Грейслин немножко выдохнула. Ой, как хорошо. Скажи дружелюбно. Попроси, чтобы персонаж познакомил. Так, мы не будем этого делать. Может, это... Блин, да я даже не знаю, кто у нас такой брюнет там, голубоглазые глаза, наверное, от мамы, а вот чьи такие черные волосы?
Теперь будем всех подозревать мужчин с такими черными волосами, которые, да, синеньким отливают. Ну все. Не будем смотреть, чей это ребенок. Будем потом выяснять. Причастного. У нас опять пошел снег. Блин, как хорошо. Я думаю, мы все-таки... У нас... Где это Беттани? Не вижу ее. Куда она уже убежала? Беттани у нас тут что-то готовит. Кофеек. Давайте мы с ней, может, просто еще о чем-то вот так вот болтанем немножко. Скажем, какой у тебя прекрасный вообще ребеночек. Красота. Очень нравится он нам. Просто потрясающий. Конечно, мне кажется, ей не очень теперь интересна ее личная жизнь, потому что она поняла, что ну, все нормально. Все нормально, это не от Кайла ребенок, поэтому интереса уже особого нет. Но мы давайте все равно спросим, раз у нее какие-то левые настроения, она может это сделать. Сплетничали. Ну, ничего она такого нам не рассказала, просто что-то у нас у них там поднялось, общение. Все, мы очень хотим домой, мы очень хотим есть, пить, спать, и я думаю, мы как раз это и организуем. А вот, кстати, это ее отец, самый, наверное, богатый человек, Аластер Дель Рей. Вот такие дела, что может тогда сразу дружески мы с ним вежливо познакомимся. Как думаете, годится он в пару к нашей девочке? В целом мужчина довольно как бы такой, смотрите... Статусный, усы какие у него, закрученные, явно ухаживает за собой. Давайте посмотрим. Не, мы ему не понравились, а вот нам понравился, кстати. Весельчак, да, мы ему показались, видимо, очень какой-то скромной девочкой, которая, не знаю, которая что может сделать? Давайте глянем сейчас, что там, что он нас подумал. Какой-то попрошайка, что ли, сдержанный человек. Чувство неприязни. Может быть, это только первое впечатление, что человек кажется далеким и неприступным. Смотрите, кстати, он привлекательный для нее. Уля-ля. Вот, мы показались очень какой-то далекой и неприступной, молчаливой слишком, понятно. Не понравились в этом плане. Ну ладно, что поделать. Грейс, она такая... Где наш дом? Он, по-моему, вообще не в этой части находится, поэтому ладно. Ой, они там что-то уже доказывают правоту, смотрите, они ссорятся. Ух, пошли ссоры. Говорит, земля круглая, земля круглая. Говорит, нет, я из плоскоземельщиков. Земля плоская. Говорит, дед, ты что? Сходи, выпей таблетки, земля круглая. Все, ну да, все, пришли они к общему какому-то решению, все нормально. Мы возвращаемся домой. Сложно, сложно очень все. Наверное, если бы мы покупали все эти лакомства и спокойно бы давали, было бы намного проще. Ну и ничего страшного. В целом, она пока изучает город и подъедает вафли. Давай, ешь свою эту порцию вафель, да, вот здесь вот постой. Смотрите, овца реально потерялась, да? Кто-то ее, значит, попер все-таки. Видимо, он ее взял в аренду. Она опять в 4 часа утра решила жопой кверху заснуть. Не хватает ей. Так, ну... Нет, Кайла здесь нету, значит, он точно ее не смог увидеть. Это радует. Мы снова не попались. Автоматический режим. Это комната. Все. Везде выключаем свет. Да, вставай, поднимайся. По-хорошему нужно все это успеть собрать. Нет, ты будешь собирать весь урожай. Да, будешь собирать весь урожай. Вот такая твоя участь. Как вы думаете, может мы отменим вот это стать друзьями с персонажем Агнес? Давайте отменим. То 100 лет пройдет, пока мы наконец-то это сделаем. Не будем слишком привязываться к ней. Все, у нас все на нуле, поэтому наша девочка идет спать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Всем пока-пока.